Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем проект «Команда Виктора Медведчука», в котором знакомим вас с ее участниками. Сегодня у нас на связи человек команды Вячеслав Шур. Здравствуйте, Вячеслав Арсеньевич! Рады вас видеть, рады слышать. Насколько нам известно, вы не так давно поддерживаете украинский выбор, не так давно знакомы с манифестом. Расскажите, с чего все начиналось? Ну, я не сказал бы, что это было недавно. Это, наоборот, давно. Ну, во-первых, я знаю лидера движения «Украинский выбор», еще как лидера и создателя социал-демократов объединенных. Поэтому Виктор Медведчук для меня, если пусть не кумир, но личность, которая стояла у истоков украинского государства. Поэтому и благодаря ему украинское государство состоялось вместе с президентом Кравчуком. Из-за того, что у меня, например, корни очень многообразные, это белорусская Полесье, это украинская Полесье, я всегда придерживаюсь такой линии о том, что эта линия различия не должна быть. Поэтому только добрососедские отношения с нашими славянскими народами, не, вот эти все девизы «Украина превыше всего», там что-то еще, нет, наоборот, культура Украины должна идти впереди с добрососедскими отношениями как с Россией, с Белоруссией и с Европейским Союзом, потому что, я еще раз говорю, что у меня очень большие корни, это польские, это украинское Полесье, будем говорить так, Житомирская область, и корни, опять же, белорусские, но опять же, это истоки баварского крестьянина, какого-то моего пращура, который когда-то пришел в Беларусь и основал там то селение, откуда мы родились. Поэтому я именно обратил внимание на украинский выбор, где не было каких-то высказываний об ущемлении русскоязычных, белорусскоязычных, немецкоязычных, а просто мы все люди, граждане Украины, которые подчиняются тем законам, которые у нас приняты в Украине. А лидер украинского выбора – это ведущий политик и вместе с тем успешные юристы. Все его законодательные нормы, которые были, я всегда приветствовал. Я когда сравнивал речи Мороза и его, то я смотрел, что практически Александрович практически он более суфлировал то, что высказывал Виктор Медведчук. Ну, то, что вы знакомы с лидером общественного движения «Украинский выбор» и с его деятельностью, будем говорить, давно, это мы поняли. Но вы в команде не так давно, с начала этого года. Расскажите, как это было, почему вы решили быть участником команды Виктора Владимировича? Ну, во-первых, я обратил внимание, что в нашем городе кто-то пытался создавать, ну, некто, ячейки «Украинского выбора». Из-за того, что у нас есть свое производство, есть наши профильные, ну, будем говорить так, сопредельные партнеры, которые точно так же, как и мы, делают уборочную технику. Я с ними пообщался, и они сказали, что, конечно, мы принимаем к жизни того, что предлагает украинский выбор, а вместе с тем, почему он не живет у нас в Бердянске. Ну, когда я объяснил, что кто-то здесь регистрировал первичные организации, отдельные, ну, по-украински особенные подразделы, то они практически не работают. Поэтому я вышел с предложением со своей стороны, и мы на основе наших коллег и наших работников реализовали три небольшие ячейки в разных микрорайонах нашего города. Чем занимаются ваши ячейки на местах? На сегодняшний день ячейки на местах занимаются первое это о том, что у нас Россия не является врагом, не является агрессором, это мнение всех, и они это разъясняют людям. Конечно, это тяжело в этих условиях, в данном случае. Признать, что Россия агрессор, это неправильно. Почему? Потому что, анализируя то, что происходило
с жителями Крыма, которых задерживали по возвращении из Киева в Черкасской области, где уничтожалось их движимое имущество, вплоть до избиения или даже до убийства. Второе, конечно, это то, что отторжение Крыма от Украины, это не одобряется. Но вместе с тем, в данном случае, раз есть международный договор о том, что Севастополь является российской военной базой, которая выполняет и защищает интересы России, это было, он долголетний, его надо было или пролонгировать, или что-то еще с ним сделать. Но так как задержанный нардеп Мосийчук ехал с 300 каких-то головорезов наводить порядок в Крыму, и он был остановлен в Мелитополе железнодорожниками, кстати, это железнодорожники выполнили, то, конечно, в данном случае Россия выступила в защиту тех русскоговорящих, и также Украина, украинцев, которые живут в Белогорском районе, они тоже выступили в защиту его. Ну, вот такая вот у нас ситуация, что мы разъясняем о том, что как таковой агрессии нету, а есть просто противостояние каких-то интересов глобальных, опять же, не Украины, а Соединенных Штатов и Российской Федерации. А то, что вы проводите разъяснительную работу, извините, это, конечно, хорошо. Люди обращаются к вам с какими-то просьбами? С просьбами? Ну, ко мне обращаются в основном люди с просьбами о том, чтобы помочь юридически защитить их, ну, оформить субсидии, устроить с работой. Ну, такие жизненные. Они вне политики. Тут политического нет. Тут именно чисто жизненные позиции. Именно то, что мы сталкиваемся. Ну, вот, например, с Маринки люди приехали, обычно просто говорят, дом разгромлен, что, как их надо где-то устроить. Ну, нашли место в селе, был дом, они поселились рядом район, где были оставлены дома, Пимовский район, и там к ним отнеслись. Ну, такие вот решаем проблемы, говорит так. Вы проводите разъяснительную работу. Как сегодня горожане относятся к украинскому выбору? Какая часть населения поддерживает? Ну, будем говорить так. Значит, есть активная, есть пассивная часть населения. Активная – это те, которые, поддерживая украинский выбор, они, опять же, за добрососедские отношения с Россией. Из-за того, что у нас 80% города за, будем так, бизнес зациклен на курортном бизнесе, то, естественно, люди всегда ждали русских туристов как продолжателей своих жизненных, как оплачивателей их жизненных потребностей, потому что они сдавали свои какие-то места для отдыха, и, естественно, это... То есть это выгодно на самом деле? Да. Поэтому мы когда-то пытались с Евросоюза привозить, ну, приезжают поляки, но больше никто. Ну, сколько поляков? Ну, целых 0,1% того, которые были с России. И, кстати, я сейчас второй день встречаю белорусские машины в нашем городе. До этого белорусы боялись к нам ехать. Но как только установилась тишина на границе, потому что село Бердянское с Бердянском, путали. И мне хотелось сказать ему, что сябры, а как это вы в Виткелях, как вы добрались? Потому что до этого они боялись. А как-то еще на машинах вы приехали к нам в Бердянск. Летом их не было. Сейчас они здесь. Ну, такая ситуация. Какую на сегодняшний день играет роль Виктора Владимировича украинской независимости? Ну, ведущую. Потому что мы столкнулись с таким вот всего, будем говорить так, участием в минских договоренностях, и это было правильно, он очень много сил приложил об обмене так называемых пленных, хотя говорить, что граждане этой страны друг у друга пленные, это, конечно, нонсенс. Mm-hmm. Почему? Потому что в свое время мы приложили усилия со стороны, ну, будем говорить так, друзей, а в освобождении нашего товарища с нашей группы. Он был в батальоне «Донбасс», приверженец свободы, но вместе с тем он пришел к выводу, что он был, ну, если не прав, то
ошибочно поступал с тем, что он туда пошел воевать. И поэтому, опять же, когда Виктор Медведчук стал участвовать в обмене пленных, то, опять же, те же самые клерикалы из «Свободы», они начали говорить, что он мешает процессу. Хотя, наоборот, то, что делает генерал Рубан, это одно его, и сравнить процент того, что делает Медведчук, это несравнимые цифры. Вы человек команды. А что для вас лично команда и какой на самом деле должна быть команда для того, чтобы идти в политику? Ну, команда должна быть единомышленников и надо доверять. Почему? Потому что ну, у меня есть партнер, это человек, возглавляющий Лигу защиты от коррупции простых граждан, это общественная организация, вот он тоже поддерживает украинский выбор. Вместо него это Бедин Николай Владимирович. И к нам пытались присоединиться еще определенные лица, но мы их отсеяли. Почему? Потому что вот у них, наверное, такие критерии. Если ты бывший регионал, то ты не с нами. Ну почему? Потому что если активный был регионал где-то на высоком, это одно, а рядовые члены они принимали просто партии, там прекрасная была программа. И то, что обещалось народу Украины, там никаких не было противоправных действий. Вот. И естественно, когда сейчас регионалы, мы так мирно похоронили свою партию, то, естественно, те, кто опять же поддерживает идею не так называемого русского мира, а именно добрососедских отношений с Российской Федерацией, потому что это у нас украинское государство, то они воспринимают это именно мирные, добрососедские, а не как, чтобы это было что-то силой оружия, военными действиями, решались какие-то вопросы. Как сегодня народ в вашем городе, горожане ваши готовятся к выборам? Они еще надеются на то, что очередные выборы могут что-то изменить или уже нет? Ну, чаяния народа такие. Первое, это, конечно, с тарифной политикой одно. Другое. Ну, чтобы решить, именно, чтобы тарифы так не вскакивали. Ну, правда, вот когда начали оформлять субсидии, многие получили удовлетворение. И уже, конечно, как таковых роптаний нету. Второе. Народ хочет, чтобы развивался бизнес. Пусть средний, пусть мелкий, пусть большой, но он развивался. Но из-за того, что целая рать чиновников сидит, и мы можем приводить много примеров. Нельзя оформить земельный участок под, допустим, развитие бизнеса. Ну, вот у меня есть ряд обращений граждан. Нельзя оформить этот самый, допустим, среднее производство, много лицензий. Ну и много такого, что связано с тем, что все зависит от росчерка чиновника. Ну, доходит до того, что ты готовишь документ, а чиновник требует еще вознаграждения, намекает, и только тогда он ставит печать и подпись, даже он уже не соизволит подготовить документы, он только с флешки скачивает к себе в базу данных. Поэтому, конечно, народ на выборы идет, и он надеется на то, что... Я приведу маленький пример. Есть у нас очень много строений, которые перешли по наследству или были приобретены. Но там земельные участки выделены были 100, 120 лет тому назад. Но мы сейчас не можем их оформить людям. Почему? Да потому что объявился вот новый прокурор, который вдруг вздумал о том, что у нас должна быть, согласно земельного кодекса, так называемая захисная смуга. Это 2000 метров от среза волны. Поэтому практически все ведущие центральные районы города до промышленных объектов не могут оформить земельные участки под них, чтобы платить в казну земельный податок, потому что он ведомляет. Им в этом он выставляет протесты, вплоть до того, что выдает постановление об отмене даже земельных актов, которые уже были оформлены и уже перепродавались несколько раз. Вот это сейчас очень сильно волнует громаду Бердянска.
что практически у людей отбирают их собственность, хотя они имеют право владеть по Конституции. Из-за того, что данная сейчас исполнительная власть не оказалась такой распорядительной, что не оформила данный проект. Ну, и хотел... Да, и хотелось бы узнать планы на ближайшее будущее, чем планируете заниматься, как развиваться? Планы сейчас мы ведем вот переговоры с разными группировками, смотрим, кто, у кого какие наработки на будущее, для того, чтобы помочь, все-таки, чтобы в городе установилось, ну, можно говорить так, политическое спокойствие, равновесие, и чтобы конструктивно выполняли те законы Украины, которые у нас действуют в Украине. А не было так, что на закон есть, и кто-то его использует просто в целях обогащения. Спасибо вам большое, Вячеслав Арсеньевич. Мы рады были пообщаться с человеком сильной команды Виктора Медведчука. Вам успехов в ваших делах, в ваших начинаниях. И до скорой встречи. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.